Хей, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Holy King. Holwing King, или как типа того. Окей, так, что-то я немножко заблудился на самом деле. Так, ну у меня на самом деле высокий прыжок. Блин, погнали заново, я не знаю, искать нужно нам ключи. Я, во-первых, не умею дэш использовать. Почему-то. Так, сюда мы ходили. Наверное, скорее всего, когда я отдыхаю уже на скамье, именно вот эти здоровяки, которые на три удара, они возрождаются. Так, ну здесь я везде все ходил, смотрел. Мы с вами тут, в принципе, ничего такого не нашли. Давайте тогда сюда зайдем. Пройдем, поищем, посмотрим. Пройдем, поищем, посмотрим. Что можно найти, что можно раздобыть. Ну ладно, он может на один прыжок рассчитывать и все. Дэш я не могу использовать. У меня есть хил. Хил все-таки у нас восстанавливает троечку. То есть запросто 3 их хпшки я могу восстановить из 5. Но есть факт то, что это... только начально хп, что я в дальнейшем смогу его как-то прокачивать и более дальше улучшать. Так, стоять. Куда я вообще пришел? Зачем я здесь? Так, здесь у нас закрыты ворота. Дальше я там ничего не пройду, не сделаю. Табличка вот эта не читается, ничего. У меня энергия закончилась. Энергию немножко забрали. Да-да-да. Ладно, пойдемте в эту сторону. Ага, вот так. А не, я могу запрыгнуть. Я уже начал удивляться, что я не смог сюда запрыгнуть. О, похоронитель мой. Маненькую, бледнее, так и худа. Похороните папеньку, уснул он навсегда. Сестричку закопайте, в рядочек положив. Да и меня к ним. А бок, пока я еще жив. Мило. Ха-ха, знаешь эту песню? Она из моих любимых. Мы можем спеть что-нибудь, что тебе по душе. Давай начнем, а я подхвачу. Спорю, ты прекрасно поешь. Ха-ха-ха. Ну так что, зачем спустился сюда, если хочешь обогатиться, то просто оглянись. В этих шахтах до сих пор куча всего. Тут всем хватит, бери куч... так, кирку и присоединяйся. Ха-ха. О, похоронить царство. А, он просто напевает, она напевает просто и все. Слишком высоко поднимает. Нужно будет на втором спрыгнуть. Это что за такое? Что это за членоподобный дракон? Короче, членодракон какой-то, червь. Окей, погнали в эту сторону. Ага. А, мне обязательно, да, туда нужно? Ну. И... ясно, понял, принял. Вопрос на засыпку, куда мне идти? Ну, единственный вариант у меня остается, это через того здоровяка. Дышать я не могу, поэтому... и карта у меня тоже не открывается. Замечательно, просто идеально. Ну, погнали тогда в эту сторону. Окей, я попытаюсь тогда сразу перепрыгнуть через этого чувака. Mm-hmm.
И я в ловушке, да? Единственное, что я могу сделать. Конечно, это опасно, но... Тихо. Но работающая идея. Отлично. Все-таки я его смог убить. Пускай немного хитрым способом, но все-таки я смог. Так, а значит, мне нужно куда сейчас отправляться? К другу червяка. Фух, мне чуть копье не зажало. Да, у него так не очень так, такая же быстрая на самом-то деле. Так, у меня, по идее, каких-то... Короче, дохера душ. Почти 300 душ. Я все еще не знаю, куда мне идти, куда спускаться. В грязном муть. Застрял я в этом, конечно, подземелье. И все. И ни туда, ни сюда. А тут этого чела нету. Все-таки они возрождаются как-то странно, непонятно. Фух, Ай-яй-яй, задел все-таки. Тихо. И этот меня задел, ё-моё. Так, ладно, здесь сюда я ходил, мне по идее нужно черви, да, искать? О! Это мне нужно всех вот этих, все найти. Окей. Миссия становится... Пиздец какой долгой. Ауч. Я точно здесь... А, я вниз проход пропустил. Так, тихо. Ах, привет. Если душ эти красивые старые руины... Так. Не стану тебе мешать. Признаться, я тоже люблю исследовать. Нет большого удовольствия, чем потерять путь и обрести его вновь. Нам с тобой ужасно повезло. Я картограф, картограф. Он мне даст карту. Чем на жизнь и зарабатываю. Сейчас вот дорисовываю карту этой области. Хочешь купить копии моих обрисовок? Да, купить. Почему бы нет? Плюс 30-ка только. Получена карта. Окей, отлично. Отлично. Карта — вещь довольно полезная, но ее одной недостаточно, чтобы узнать, где находится. Так. Чтобы знать, где находишься. Если тебе нелегко ориентироваться на местности, советую купить компас у моей жены Изельды. Она как раз сейчас открывает наш магазин карт в Грязмуте. Так, будет продавать там всякие полезные для путешественников, типа тебя, вещи. Порой она будет продавать мои старые карты. А я буду забегать, как закончу зарисовывать очередную область. Она всегда так рада меня видеть. О, кстати, я ведь так и не представился, да. Приношу мои извинения. Когда ты так много времени проводишь один в компании собственных мыслей, нередко забываешь приличие. Меня зовут Карнифер. И сколько себя помню, я всегда любил исследовать мир. Представить себе, как только я вылупился, то сразу же убежал смотреть по сторонам, оставив мою машину братьями и сестрами недоумевать. Карнифе. Именно поэтому при первой же возможности я со своей женой переехал в Грязмут. Такое огромное королевство для исследований только выйдет за порог. Так кто бы смог устоять? Ладно, не буду тебя задерживать, если удача соблаговолит, мы встретимся снова. Будь осторожен и прощай.
Как тебе моя карта? Я пытался нанести на нее все, что смог, но карта вечно просит правок. Если ты хочешь дополнять ее самостоятельно, то тебе нужно купить... Так, пищие прилежности у моей жены наверху, в Грязмуте. Мы открыли там магазинчик, чтобы сводить концы с концами. Все, да. Тап, удерживать надо. Хорошо. Опа-на. А где я? Хер пойми, да? Скорее всего, вот, если так смотреть, я наверху. Есть проход вправо. Значки каких-то лиц. Скорее всего, это боссы. Не буду уточнять, не буду усложнять. Хорошо, Ой, подождите, я ж могу пойти наверх. Давайте, наверное, я поднимусь на самый верх, да? Ладно, отхилюсь, так уж и быть. Вернусь на самый-самый верх. И приобрету еще что-нибудь. Как он мне и посоветовал. Чтобы просто сократить путь, я лезу сюда на самый верх. Так. Ладно, не достаю, не буду рисковать. Что мне нужно? Мне нужно понять, как дэш. Вот зараза. Как юзать дэш? Так, все, я наверху, поднимемся, посмотрим. По идее, они должны были открыться, если я не ошибаюсь, да? По его словам. Да, открылись. Войти. Купить. Папа надо. Неужели кто-то за картами пожаловал? Вообще-то тут все за... Так, заправляет мой муж, но я сейчас отправился вниз. Какая неожиданность. Он будет забегать и приносить в магазин новые карты, но я бы предположил... Так. Предпочла, чтобы он проводил больше времени здесь, наверху. Не очень-то люблю торговать. Что ж, посмотрим, что я тебе могу продать. Так, окей. Призрачный компас. Нужно ячеек. Нужна ячейка. Так, очень советую. Возьми это амулет, если не хочешь сориентироваться в хитроплетении руин под нами. Он покажет твое местоположение на карте, помогать найти дорогу в внезапное место. Незнакомое место. Так, перо. Если захочешь зарисовать на карте только что найденные места, тебе это пригодится. Не ельма, вещи для тех, кто увлечен картографией. Булавка скайки. Этими булавками можно отметить на карте скамейки и другие места отдыха. Приготовь так, когда устанешь и захочешь присесть. Булавка кокон. Тебе когда-нибудь встречались те красивые голубые коконы? Я вот сделала булавки, чтобы их можно было отметить на карте. Они как коконы. А, эти коконы прекрасные, но очень хрупкие. Будь рядом с ними поаккуратней. Булавка торговец. Этими булавками можно отметить на карте торговцев и другие интересные жуков, которые можно встретить на пути. Порой их даже можно приходить навещать. Уверен, им это будет по душе. Булава горячий ключ. Я сделал эти булавки, чтобы отмечать на карте горячие ключи королевства. Сама никогда ни одного не было. Вдруг Карнифер решит сводить меня туда. Но до той поры эти булавки тебе пригодятся больше моего. Так, метка скоробей. Эти метки появляются у вас вовсе недавно. Ими можно помечать на карте интересные места. Вот у этих... Так, вот у этой весьма упокаивающийся цвет. Не правда ли? Панцирь метка. Эти метки появляются у вас совсем недавно. Ими можно так помечать на карте интересные места. Типа я могу сам, да, их помечать, как я понял. Хорошо. Ну, здесь самое полезное, скорее всего, будет это перо мне и компас. Компас будет для того, чтобы показывал, где я нахожусь, чтобы я не забывал и вот тогда ориентировался нормально. А перо, по идее, как записывать, но я не уверен, что я буду там записывать.
Окей. Из вариантов. Предмет куплен. Будучи надетыми, амулеты даруют вам много способностей. Могучая способность, чтобы надеть предмет. А мы сядьте на скамейку и откройте меню амулетов. Угу. Так, тихо. Скамья у нас там. И-и. Хорошо. Всего у нас 3 ячейки до хера амулетов. А, стоять. Ага, грязный мут и забытое перепутье. Что это? А, карта. Карта хаоса. Сейчас я набрасываю конфиг. Ее нельзя дополнить без пера. Все отлично. Так, перо стоит 120. Давайте тогда я дофармлю на перо, чтобы у нас был комплектик. Где можно пофармить. Так, здесь у нас щел был. Да, вот он тут есть как раз. Блин, ну это долго нужно будет убивать, все ломать. Нужно как-то... Блин, а где можно Ридли так найти? По идее, только мог... Блин. Или плевать. Я монетку там потерял. Монетка, она осталась? Угу, конечно. Так, окей, посмотрим на карте. Я здесь нахожусь? Я думаю, около грязмута. Значит, это на карте он изображен, хорошо. Так, добро, хорошо. Ух ты ж, ё-моё. Короче, это у нас одна локация, просто переходы между ними. Жутковатое место на самом-то деле. Окей. Привет. Да, оказывается, мне нужно их все будет искать. Ну ладно, я разберусь, по сути, с картой как-нибудь. Кислота, я думаю, если вниз там какой-то мини-проходик есть. Ух. Окей, меня возвращают обратно. Наверх мне просто к ней забраться, да? Ага. Ладно, плевать, пойдемте тогда отсюда. Пойдемте в эту сторону, посмотрим, что в этой части карты. Так. О, как раз то, что мне нужно. Монетки, денежки. И довольно много. Как раз нафармлю себе я на предмет. Это что значит? Воу-воу! Все? Все? Да, типа, короче, закрытых арен. Так, почти нафармил. А нет, смотрите, все-таки. Или да?
Еще жалите. Ну, считай, собрал. Жалко, что здесь нету этих быстрых перемещений. Туда я точно не запрыгну никак. Мне на перо уже хватает. Драться с ними не обязательно, поэтому я пошел дальше. Как раз насобираюсь сейчас. Может быть, метки не одноразовые. Может быть, они многоразовые, и это может быть лучше. Так, тихо. Он мою монетку съел. Зараза. Он съел мою монетку. Там, я вижу, как... Да, тут есть проходы. Закрыты или в другие локации. И не в другие локации. Так, давайте, чтобы недалеко заходить, хотя... Блин, нужно и по времени смотреть. Проблема в том, что тут не везде сохраняшки есть. Мы только одну с вами лавочку нашли. Тогда нужно будет либо лавки найти, либо торговку найти. Не, можно забраться было. Да, локация такая себе. На легкой не назовешь. Ух. Блин. Ну чё? Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я могу вниз пойти, мог пойти наверх. Пойдемте наверх. Пойдемте наверх. Это как мини-собаки, я понял. Сейчас они все равно возрождаются. А если там босс? О, тут лавочка. Тут лавка. Так, автомат для сбора платы с символом рогача. Вставить гео? Нет. Кстати, я немного не понял. Окей, допустим. Приветствую, Куроха. Как давно я не слыхал звона вокзального колокола. Его эхо разлетелось по туннелях и позвало сюда к тебе. За эти годы я стал слаб, да туговат на ход, и многие забыли на звон колокола. Всего зовет меня на вокзале. Туннель. Так, рогачей уходит далеко в глубины Холунеста. Коли хочешь путешествовать по ним, найти платформу и позвони мне, и позови меня. И отвезу тебя куда надо. Нихера себе. Ага, забытый перепути. Все. Все хорошо, отлично. Thanks. Я понял, как это дело работает у нас. А! Он меня укусил. Нет, я упал. Это значит, сейчас они возродятся. Ё-моё. А, нормально. Только монеты, что я зря потерял. Ты где-то снова? Его слышу.
Так, это куда у нас проход? О-о-о-о-о, все-все-все, ухожу, до свидания. И там тоже какой-то прямой просто проход. Опа! Это я открыл что? Срез. Это я открыл срез себе. Тогда что мы делаем? Идем на выход. Так, с какой стороны выхода? Блин, довольно... Да, довольно долго придется бежать. Мы сейчас пойдем с вами и... На выход. Не-не-не-не. Пойдем с вами на выход, как раз купим предметы, которые нам необходимы. Хотя я мог бы использовать жука с одной стороны, ну ладно. Как раз сейчас нафармлю себе немного еще гео, чтобы это не значило. Для того, чтобы купить еще две шмотки. Мне нужно с вами обязательно купить перо и обязательно еще нужно что-нибудь. Для каких-то отметок перо. Только вопрос, для каких. Так, это мало. Аномально. Жизнь еще есть. Мне нужно еще немножко еще. Почему он вверх полетел? Так, все по идее. 120 стоит перо. 120 перо. И еще куплю остальное что-то. По идее, там будет жук, да? Которого я смогу использовать для быстрого перемещения или нет? Так, поехали. Грязному. Папа надо. Так, перо покупаем, да. Серьезно? Окей. Пойдемте еще за одной душой. Только я думаю, что купить. Что было бы для меня более полезнее? Торговцы? Либо скамейка? Либо что-то другое, что-то иное. Ладно, я сейчас посмотрим, что это. Блин, я уже честно забыл. Там скамейки были, продавцы были. Коконы на стене были. Еще что-то было. Папа надо. Так, скамейки. Коконы. Торговцы. Рогач. Можно отметить на карте, да, не с тобой, вокзал рогачей. Ну, это, короче, вокзал, походу, где я там могу кататься. Булавка горячий ключ. Я сделаю эти булавки, чтобы отметить на карте горячий ключ королевства. Блин, не знаю, вот рогач либо торговец. Давайте я пока рогача куплю. Он будет более для меня полезнее, мне кажется. И то, если это он на все будет показывать. А, не суть, давайте, короче, отдыхаем на лавочке. А, карта обновляется, когда я ее активирую сам. Ё-моё. А так она, короче, неактивная, да, на карте? Так, а там проход, да, куда-то есть или что, я не пойму. По карте так посмотреть, там есть проход. А почему скамейка не отметилась? Вот это да.
Ладно, давайте тогда на этом мы остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока.